Христос воскресе! Воистину воскресе! Поздравляем всех со светлым, радостным днем воскресения Христова. В Священном Писании о том, как воскресение Христова важно для каждого из нас, для каждого христианина, говорится очень много. Особенно важны слова апостола Павла из послания к римлянам, он говорит о Боге, который воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот что это за оправдание? Грехом одного человека, говорит апостол Павел, смерть вошла в мир. Возмездие за грех — смерть. Или по-славянски — оброк греха — смерть. То есть тот оброк, который мы платим за то, что грешим, — это наше умирание. И никуда мы от этого деться не можем. Каждому из нас предстоит пройти через эти врата, через эту черту. Но только мы веруем, и мы убеждены, и мы знаем, что мы имеем дар оправдания Христова. И дар этот заключается в том, что мы имеем в нем вечную жизнь. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И не просто вечная жизнь, как вечное пребывание души, а именно воскресение полного человека. А полный человек — это не тело без души и не душа без тела. А полный человек — это и душа, и тело, потому что и душа, и тело несут в себе образ и подобие Божие. Казалось бы, почему мы смеем такое предполагать и говорить о теле человеческом? Давайте вспомним великого о богослову преподобный Ивана Дамаскина, даже который написал такую книгу «Точное изложение православной веры». И вспомним, сейчас это уместно, когда мы вспоминаем смерть и воскресенье Христова, вспомним его великие стихиры, которые он написал на смерть своего близкого, любимого человека, и которые читаются или поются над каждым христианином во время отпевания. «Плачу и рыдаю, «Егда помышляю смерть, и вижу во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую вида. В гробе мы не видим души, мы видим тело. Оно повержено линию оно начало разлагаться. И вот он смотрит и говорит именно об этом теле, по образу Божию созданную нашу красоту. И вот эта красота будет возвращена». Для того, чтобы понять, что это суть нашей веры, давайте вернемся к шестой главе послания к римлянам апостола Павла, отрывок из которой читался над каждым из нас, когда, если мы крещены во младенчестве, или рядом с каждым из нас, если мы стояли на Таинстве Крещения, когда оно, когда оно совершалось над нами взрослыми. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились». Вот это троекратное погружение в воду крещения – это а, схождение в смерть, трехдневную смерть Иисуса Христа. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, дабы упразднилось тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе наш. Вот что говорится о нашем христианстве в таинстве э, крещения, которое совершалось э, над каждым из нас. Жизнь христианина это жизнь уже воскресшего человека от смерти греховной, пока эта жизнь только маленьким-маленьким огоньком, как огоньком лампадочки, тлеет в нашем сердце но рано или поздно она воссияет, и человек, как мы верим, уповаем, снова предстанет пред своим Творцом во всей силе и славе и красе нового Адама, который есть Христос, и от которого мы, новое человечество, как говорит святой апостол, новый Израиль. И, может быть, в этот день нам надо вспомнить о том, что в Царстве Божьем живы все — и мы верим, что мы там встретимся со всеми, во-первых, своими умершими и раньше нас ушедшими любимыми людьми, но мы встретимся со всеми святыми. Мы сможем подойти к святому имя, которого мы носим, и житие, которого читаем, и которому молимся. Мы увидим наших ангелов-хранителей, и нам будет очень стыдно перед ними. Да, сколько мы им доставляли неприятностей. Мы сможем подойти к апостолу Павлу и сказать, сказать ему, святой апостол, вот я не понимал это место в послании к римлянам. Да, что ты имел в виду? Вот, мы сможем подойти к Серафиму Саровскому, и он, как и при земной жизни, скажет нам, радость моя, Христос, воскресе. Он говорил это всем, даже великим постом во-первых, потому что для... он любил каждого человека, который к нему приходил, и он действительно заставлял ему радость, святой не лгал и не актерствовал, а во-вторых, он, как и первые христиане, он говорил самое главное, что говорит христианин другому: Христос воскрес, смерть побеждена, ее больше нету, смерть, где твоя жало, да? Апостол Павел повторяет слова древнего пророка: Ад, где твоя победа? Смерть торжествует, жизнь жительствует, и мы сможем подойти к Самому Господу наконец-то, понимаете? Вот а, надежда нашего воскресения, опыт которого начинается уже в этой жизни христианина, по крайней мере, должен начинаться. И, конечно, ничего более близкого к этому состоянию, чем пасхальная радость на земле, нету. Поэтому, как и древние христиане, еще раз друг другу приветствуем самым главным известием, которое вообще когда-либо звучало на земле: Христос воскрес. Воистину воскрес. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.